Дорогие наши ветераны, уважаемые представители молодежных организаций, дорогие ереванцы, я с большой радостью принял приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, в церемонии открытия памятника, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Еще совсем недавно, в апреле этого года, мы совместно участвовали вместе с Союзом университетской молодежи и по инициативе этого Союза в посадке здесь аллеи памяти в честь этой знаменательной даты 70-летия Победы. Этот памятник, несомненно, украсит молодую аллею, станет прекрасным символом борьбы со злом. Этот памятник дополнит композицию парка, органично вольется в этот парк и будет напоминанием жителям и гостям Еревана о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Мы гордимся, что принадлежим одной из героических народов мирового сообщества, которые дали Великой Победе 108 героев Советского Союза, 27 рыцарей чести, награжденных орденами славы всех трех степеней, более 60 боевых генералов, 5 маршалов во главе с неповторимым символом армян всего мира Иваном Христофоровичем Баграмяном. Но мы не забудем никогда, после трагедии 15-го года, каждый второй армянин, участвующий в войне, погиб в Великой Отечественной и Второй мировой войне.